Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой вот несложный узорчик, называется звездочки. Вяжется он легко, быстро и понятно. Для небольшого образца нам нужно набрать количество петель, кратное 4, то есть чтобы делилось на 4. Плюс 1 петелька для симметрии узора и 2 кромочные. Для своего небольшого образца я буду набирать 20 петель, плюс 1 для симметрии 21 и плюс 2 кромочные, 23 петельки. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22 и 23. Теперь первый ряд вытягиваем спицу и первую кромочную снимаем непровязанную. Вторую провязываем лицевой за переднюю стеночку. Теперь у нас идет, получается, кратное 4, я вам почему говорила. Потому что у нас раппорт узора составляет 4 петельки. Первая из них лицевая. И 3 мы теперь должны провязать вместе вот за заднюю стеночку лицевой. Не снимаете пока со спиц ваши петельки. Захватываете накид и снова вводите в 3 петельки, провязываете лицевой. Теперь снимаете. Таким образом мы из 3 петелек вывязали 3. Снова повторяется раппорт. 1 лицевая за переднюю стеночку. И из 3 за заднюю стеночку провязываем лицевую. Не снимаем со спиц наши петельки. Делаем накид. И снова возвращаемся, делаем 1 лицевую. Снова из 3 провязали 3. Снова повторяем раппорт. Лицевая. Из 3 за заднюю стеночку вывязываем лицевую, накид. И снова возвращаемся, провязываем лицевую. 3 петельки из 3. Снова 1 лицевая. И из 3 провязываем 3. Лицевая за переднюю стеночку. Из 3 провязываем 3. Для симметрии 1 петелька, вот она, как раз для симметрии идет лицевая. И кромочная, и изнаночная. Теперь второй ряд. Провяжем как 4, как 6, как 8, все петельки изнаночные. То есть каждая петелька изнаночная во всех четных рядах будет провязываться изнанкой. Третий ряд. Кромочную снимаем. И затем нам рисунок нужно немножечко сместить. Для этого мы провязываем первые 3 петельки лицевой. То есть как бы смещаем на 2 петельки. То мы провязывали в раппорте 1 лицевую, 3 из 3. А теперь мы провяжем сначала 2 лицевые, а затем 1 лицевую и 3 петельки из 3 провязываем. Снова за заднюю стеночку лицевую. Делаем накид и снова провязываем, ныряем туда же лицевую. Теперь снова лицевая и повторяем 3 из 3. 1, 2 и ныряем за третьей петелечкой. Снова лицевая и 3 из 3. 1, накид, 2. Лицевая, 3 из 3. Ныряем лицевая, накид и лицевая. И теперь для симметрии, как бы со смещением, довязываем 3 лицевые просто. В конце кромочная, изнаночная. Из-за того, что мы здесь сместили 2, здесь узор бы, если бы у нас было продолжение, продолжался бы. Но так как у нас здесь, так сказать, уже кромочная заканчивать нужно, то просто провяжите 3 лицевые. Четвертый ряд по рисунку. Пятый ряд провяжем как первый. Кромочную снимаем, затем провязываем лицевая. И 3 петелечки из 3. 1, накид, ныряем за третьей петелькой. Снова лицевая, 3 из 3. Снова лицевая, 3 из 3. Накид и лицевая. Лицевая, 3, первая петелька, ныряем за второй и третьей. Вот так вот. Лицевая, 3 из 3. И предпоследняя для симметрии у нас набранная была. Снова лицевой провяжем. Последняя кромочная у нас изнаночная. Таким образом, второй, третий и четвертый ряд повторяются заново. То есть изнаночные провязываете изнаночный ряд изнаночными по рисунку. Третий ряд вы смещаете на 2 петелечки. То есть у вас сначала будет 3 лицевых, затем 3 из 3, 1 лицевая. И то есть таким образом
Благодаря смещениям у нас получаются звездочки в шахматном порядке, либо, как вы обратили внимание, наискосок. Когда провяжете несколько рапортов, у вас получается вот такой замечательный узорчик, который можно использовать на кофточках, шапочках, да в принципе где угодно. Я его использую чаще всего, это на детских кофточках для девочки. И как вы видите, он такой довольно-таки объемненький, пышненький, красивенький. И если из мелких ниточек, из тоненьких, получается очень-таки красивенький, плотненький узорчик. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!